Йозас Будрайтис – актер, артист, лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства, фотограф, со своим взглядом на мир представил в свой день рождения выставку работ под названием «Мой Париж». Я сам не ожидал, что у меня там, в архивах, остались стоящие негативы. Этот Париж, который я фотографировал, я бы никогда не показывал, но организаторы обратили на них внимание. Я никогда не претендовал на роль профессионального фотографа, и то, что я фотографировал во Франции, это мои эмоциональные порывы. Фотограф Будрайтис пользовался старым довоенным фотоаппаратом «Лейка», а объектив использовал широкоформатный русский «Русар». Пленка советская, КАН-3. Но в руках мастера эта техника жила и отработала свое. Сегодня с работами Будрайтиса можно ознакомиться в художественном музее Вильнюса. А Париж для мастера – особый город. Могу сказать так, что французская культура для меня находится рядом с литовской. Неторопливая прогулка по Парижу продлилась у меня 1,5 месяца, но все эти впечатления живут в моей душе до сих пор. Как говорится, те моменты закрались в мою душу и не исчезают. Очень скромный и такой харизматичный актер сыграл более 100 ролей в кино. Только актерского образования у него нет. После службы в армии он поступил на юридический факультет. А роль в картине «Никто не хотел умирать» он получил случайно. Помогите мне, секретарь. Нет, я один не пойду. После премьеры актер проснулся знаменитым. С тех пор он стал измерять жизнь уже картинами, а не годами. «Щит и меч» – это сладкое слово «свобода», «богач-бедняк», «апостол», а одна из последних ролей в кино – главная роль в белорусском художественном фильме «Белые росы. Возвращение». Рыбы свежие принес. А, хорошо. Поставь туда сам. Иди, ну иди, ходыш, иди. Я прошу тебя, иди. А чего ты сидишь на полу? За свою жизнь он успел поработать в театре, в кино, даже прослужить атташе по культуре посольства Литвы в Москве. Но сегодня, именно в этот день, его просто хочется поздравить с днем рождения и пожелать ему больших творческих успехов. Ирина Высокович, Сергей Шалкин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал.